Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. С вами, как всегда, Сережа и Subnautica Below Zero. Это уже какая-то там 19-20 серия, да? А у нас до сих пор нет базы. Понимаешь? Мы мне кажется, вообще все почти исследовали. Прошли уже часть сюжета. Основного, я так понимаю, два основных сюжета. Одну часть мы прошли. И у нас до сих пор нет базы. Серьезно, надо исправлять. Сейчас мы будем, во-первых, найдем идеальное место. Я хочу такое место, чтобы можно было и наверх залезть к пингвинчикам где-нибудь. Ну и чтобы основная база была под водой. Так. Делаем вот так вот для начала. И знаешь, где хочу? Примерно. Вот примерно в той стороне. Вот примерно здесь, кстати, да. Где-то здесь есть клетка с пингвинчиками, а вот возле нее где-нибудь поселиться хотел бы. Здесь рыбы, пингвины. Вот здесь пингвины обитают. Вот, да. Во-во-во, вот здесь чилят пингвинчики. Вот примерно вот здесь, значит, я и хотел бы поселиться. Где-нибудь знаешь где? Сейчас наметим базу примерно. Вот где-нибудь здесь, наверное. Вот прямо где-нибудь здесь. Во. Отличное плато. Нет? Вот здесь вот. А дальше у нас что? Дальше у нас вот здесь спуск. И вот здесь спуск. Я думаю, где-нибудь вот здесь. Блин, я хочу большую базу, правда. Большую многоуровневую. Где пингвины, конечно, прикольно. Но не то чтобы идеально. Где-нибудь вот тут, наверное. Между этой и той. А где еще пингвины есть, а? Давай еще поплаваем, посмотрим, где есть пингвины. Здесь вначале, конечно, прикольно с пингвинчиками, но не так, чтобы прям я восхищен этим всем был. Естественно. Тут тоже есть пингвины. Пингвины. Здесь уже обезьянки уже пошли морские. Блин, ну честно говоря, крутых биомов тут особо и нету. Если быть уже откровенно честным. У меня просто два варианта. Либо рядом с пингвинами. Потому что они прикольные, они что-то плавают, они что-то там чвякают, такие ви-ви-ви, такие. Ми-ми-ми-ми-ми. То есть вот это вот где-нибудь здесь. Где-нибудь вот на этом плато. Где-нибудь вот здесь, например, начать. И вон там сделать обзорный пункт. Либо, смотри. Сейчас покажу. Где у нас тут? Либо где-нибудь вот здесь. Здесь тоже довольно красиво. Вот здесь и пингвин тоже есть. И я хотел где-нибудь... вот у нас здесь пингвинчики. И вот где-нибудь тут я хотел поселиться. И сделать спуск вон туда вот тоже, чтобы смотреть вниз. Наверное, где-нибудь вот тут мы и поселимся. Вот здесь. Да? Блин, в Subnautica обычно гораздо просто больше мест крутых и интересных, где можно было бы построиться. Вот между этой и той.
Здесь и мартышки плавают. И пингвинчики есть. Где-нибудь прям под этой станцией. Под вот этой вот станцией, да? Начать. Или нет? Ну а что у нас еще есть? Какие варианты? Давай, давай поплаваем еще, посмотрим, что у нас еще есть, какие варианты. Или возле комплекса этого. Где он? Это что вообще? Так, ну ты серьезно? А ну иди отсюда. Можно еще возле этой. Где она? Где-то здесь же должен быть комплекс этот. Ну, если не комплекс, а причал, причал. Возле перчала. Перчал Дельта. Перчал Дельта. Где он? Причал Дельта. А, ну да, ну вот он. Либо где-то здесь, возле причала Дельта. Можно еще, конечно, знаешь, хотя, ну вот да, возле причала Дельта я бы поселился. Или у пингвинов. Давай у пингвинов. Это примерно середина карты как раз просто. С этими не хочется, они вот начнут приставать, за ляжки хватать. Вот, а касатка креветочная тоже раздражает, плавает. А где бейс? Вот там вот. Как-то не водоросли, ни рыбок, ничего нету интересного. Ну, блин, честно говоря, да. Вначале, наверное, это самое оптимальное место для базы. Там и оптимально красивенько, и пингвинчики рядышком, вон обезьянки плавают морские. Тут водоросляшки есть, ну такое, то есть относительно прикольное место. Но первая часть красивее, вообще в целом красивее первая часть. Вот здесь я бы, наверное, и поселился. Вот здесь. Прям вот под этой станцией. Где-нибудь вот здесь между этих можно тоже, кстати. Там вот какулька плавает. Какулька. Или прямо у пингвинов поселимся, я не знаю. Слушай. Настолько, если честно, скудный выбор места, где поселиться, что я даже не знаю. Можно где-то, где лес, помнишь, вообще там поселиться где-нибудь? Давай там поселимся. Помнишь лес, где находится? Там прикольно. Просто все впадлу так далеко еще вести. Я прям так не хочу. От слова совсем, честно говоря. И с пингвинами как-то прикольно, если честно. Вот они все вот здесь чилят, плавают. Но хочется при этом и у глубины, чтобы было место. Поэтому, наверное, и выберем это. Где оно? Вот это вот, вот тут, да. Где-то вот здесь вот. Тут тоже и пингвингеры есть. Вон они плавают. Плавают, флексят. И можно вот отсюда поехать вот туда вот, например. Вниз углубиться, построить что-то. Здесь и касаточки рядом эти плавают. Так, сейчас подождите. Мне нужно, значит, подчиночка. И крафтилочка.
Начнем, я думаю, с большой комнаты. Так, подожди, она слишком большая, по-моему. Ну, вот с большой комнаты. Вот здесь ее поставим. Бам. И что, и нормально? Нормально. Вон там и вниз можно уйти посмотреть. И тут пингвингеры плавают. Можно так вот сплыть на них посмотреть будет, да? Самое главное, нужно проверить, тут можно поставить снеговика. Дайте самое главное узнать. Да. Если можно снеговика, то и все. Больше ничего для счастья, по-моему, не надо. Так, ну что, садимся тогда и переселяемся. Где там моя база? База аж вон там. Надо будет все перенести сюда. Серию назову, наверное, большой переезд. Потому что мы всю серию будем все перевозить. А что, больше нам ничего не остается. Ну, именно как основная база, да, наверное, вот здесь она будет лучше всего. Оптимальнее всего находиться. Опа, пристыковались. Так, ну что, ну поплыли. С чего начнем? Что нам для этой штуки вообще надо? Пласталевый слиток, да? Титан, титан, анапласталь, что нужно. Пум-пум-пум. 4 лития. Это у нас есть. 2, 3, 4. Да. Это будет отнюдь не быстро. Так, и для входа... Люк, кварц-титан. Кварц-титан. И для вот этих вот шкафов. Титан, титан, кварц. Бум-бум-бум. Титан, титан, кварц. Что, тут еще есть полупустое? Не влезет. Не влезет. Точно не влезет. Тоже не влезет. Ну ладно, поехали, сейчас сделаем все. А где я базу-то оставил? Так, надо, наверное... Посадочная капсула. И база. Но базу нужно забрать, поставить вот у того. Будет новая база. Мне вот это вот все нафига сейчас с собой таскать. Ну, не то чтобы я далеко, конечно, расположился, но мне нравится это место. Пум-пум-пум. И где-где-где люк? Да, сюда и поставим люк. Пум-пум-пум. Warning, emergency power only. Понятное дело, что офлайн. Так, я хотел два... А под здесь перегородки, подожди. Перегородки обычные. Да, вот они. Вот здесь я бы, наверное, сделал рабочую зону. Вот здесь, большую. Склад и рабочая зона.
титана нету. Так, ну титан это легко найти. Просто вот что угодно ломаем, тут бы должен быть титан. Медь. Ага. Титан. Тарита, титан. Эффективность кислорода. А, я в этом, блин. В защитном комбинезоне. От снега. Страшного, сейчас переделаем все. Так. Перегородка. А, ну, как дверь? Дверь. И еще вот здесь. Так, вот здесь дверь. А как она без света работает? Так, ну а здесь рабочая зона. Здесь будут склады, говниды и все такое. Так, а теперь ставим шкаф. А что он не хочет ставиться? Давай здесь поставим, ладно. Так, что надо? Четыре титана, два кварца. Не проблема. Сейчас я водичку понюхаю. Водичку понюхаю. Здорово, здорово. Опасная погода. Нормально все. Че ты начинаешь? Так, 4 титана, 2 кварца. Кварц вижу. Кварц. Титан. Еще титан. Еще кварц. И еще титан. Нет, свинец. Как хорошо, что выпал свинец. Очень он мне нужен сейчас. Да. Титан. Медь. Титан. У меня 4 вроде, да? Так. Кто кричит? А не надо, не надо. Так, сейчас мы с тобой знаешь, как сделаем? Я сейчас поставлю на паузу. Ничего строить не буду, но все ресурсы перенесу просто. И мы с тобой продолжим, естественно. Так. Кварц, кварц, титан, говнян. Это все фигню. Радиомаячок можно прямо здесь поставить? Так, хорошо. А если вот так хочу его поставить? Вот тут вот. Отлично. Блин, не вижу клавиатуру. База. Это база. Даже вот так вот. Это база. Бля. Это база. Так, ну смотри. Вот эту штуку я поставил. Сейчас я все свои ресурсы перенесу сюда на паузе. Просто, ну это... Это все, я всю серию буду просто переносить. Понимаешь? Это ни тебе, ни мне не интересно. Так что сейчас я за кадром перенесу и вернусь к тебе. Смотри, магия монтажа. Фу, челы, я решил, короче, немножечко подключиться тут в моменте. Я еще не все перенес, я только закончил со складом. Но в реальном времени это было примерно 40 минут. И мне сейчас все еще остальную базу разбирать. Ну, я уже как буду заканчивать, подключусь обратно. Это так долго, чел. Если, короче, вы хотите, планируйте сразу, где будет ваша база. А то это вообще, это полный пипец. Это так долго все перевозится. Ладно, скоро вернемся к вам. Ой, челы, ну это пипец. Это так сложно, так долго, так муторно. Боже, я запарился плавать туда-сюда. Это просто не... Это так долго было. Но сейчас я, по идее, все, вот эту последнюю снимаю. И все. Ой, у меня пропадает звук мотора, у вас, я не знаю, пропадает, нет? Так, и... Не, подожди, а что? Что не так? Где еще кусок? Ага.
Фу. Наконец-то. Наконец-то. Все. Теперь плывем на базу. Вот эту фигню мы можем вырубать. Где она? Капсула. Тоже пусть зелененькая. Пусть будет синенькая. Ой, фу. Я, короче, все перенес. Все растения, постройки все поснимал, декор весь поснимал. Чуть сейчас чай себе на клавиатуру не перевернул. Вот такой я молодец. Вот, и сейчас что? Сейчас будем все вот потихонечку делать. Потихонечку обстраивать все. Так, во-первых, я хочу вот сюда поставить, знаешь что? Чтобы не париться насчет энергии. Ядерный генератор. Расширенный подпанклеп проводов, пластальевый слиток. Давай пластальевый слиток сделаем. Для этого нужен обычный титановый для начала. Ой, что я там новое научился делать? Подождите-ка. Антидот. Там мне он не нужен. Ну ладно. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы сделать опять же еще один пласталевый слиток. Вот, тут у меня комната сканирования, тут крафтильня и будет это... Generator. И расширенный комплект проводов. Я его откуда-то снял, не помню, но теперь он будет жить здесь. Что, что? Что? А, это литий, это не свинец. Свинец у нас... Раз, два, три. И что еще? Все. Так. Хорошо. 2000 запас. Нифига себе. Так, хлам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эту штуку мы теперь отсюда забираем. И ставим вот сюда. Отлично. Так, надо поставить сразу туда хранилище. Микрохранилище вот здесь. Надо, знаешь, чем? Мне нужно... Мне нужна... Вот, для ядерных отходов. Вот тут. Ой, слава богу, плавать больше никуда не надо. Титана сейчас наберем себе сразу. Литий нам пока не нужен. Так, два свинца. Вопросов нет, два свинца легко. Ставим сюда эту штуку для утилизации ядерных отходов. И над ней ставим сразу эту шкаф настенный. Можем, ну или рядом, давай, хрен с ним. Блин. Подожди тогда. Давай вот так. А рядом вот эту штуку. Вот так вот. Тут у нас будут стержни. 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 И стержень сюда кидаем. Так, что нам тут еще надо? Слушай, шкафов мне пока хватает. Вот здесь я бы сделал... знаешь, что я бы сделал? У меня улучшение скорости сканирования, а можно сделать дальности. Я бы поставил за место скорости еще две дальности. Одну камеру. Это что? Микросхема, пофигу. И улучшение дальности. Я бы поставил одну скорость и две дальности поставил бы еще. Это мне нужно два этих. Стекло, медь. Медь, батарейка. Стекло. Вообще легко. Микросхема, из чего там делается? Два коралла, золото, провод. Так, провод. А, вот здесь, кажется, золото. Нет, вот здесь золото. Золото, очень мало золота и серебра. Так, и два коралла. Кораллы вот здесь. Так, микросхема у нас, да, получается? Микросхема. Рушу. Так, ну что, сделаем еще одну камеру.
и улучшение дальности. Так, у нас дальность сейчас примерно вот такая. Мы делаем вот так. И вот там плато. Радиус 4500. 450. А если одну заберу? 400. По 50 метров плюс. Хорошо, хорошо. Меня устраивает. 450 метров — это много. Слушай, это прям нифига себе. Прям большая карта у нас теперь. Можем дофига чего искать. Хилоцерапт даже можем искать. Ничего себе. Это кайф. Так, а у нас что я? А, где у нас есть? Снаряга. Тут у меня модики, которые я не использую. Пойдем камеру выпустим. Камера. Все, камера, иди гуляй. Иди отсюда. Все, камера гуляет. Модуль у нас есть. Так, что мне сюда еще надо? Холодильник? Да нет, холодильник не нужен. Настенная полка, вон душ, говнюш. С чего бы начать такое, чтобы сделать бы, а? Этот бы переход я бы, конечно, сделал, но нельзя. Так, о, аквариум. Я бы здесь сделал аквариум, в котором... Во! В котором можно... Хотя бы я для начала, наверное, второй этаж сделал. Полностью второй этаж. Что на него надо? Два пласталевых слитка. Вообще не проблема. У меня на еще один есть? Есть. И четыре этих. Раз, два, три, четыре. Да все, все, тихо. Не урчи, не урчи, не урчи. Вот, вот тут я не знаю, я эту серию точно и следующую буду базу делать. Это прям будет грандиозная постройка. Ну и постепенно еще я буду доделывать всякую фигню. Это точно. Я хочу прям офигенную базу, потому что тут столько всего есть прикольного. Всякие эти комнаты управления, всякие, все такое. То есть вообще классно, прикольно. Прикольно, классно. Так, ставим сверху. Минус 4. Отвратительно. Так, мне нужно 9 титана и 3 лития, чтобы сделать ее более прочной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 титана и 3 лития. Раз, два, три. Так, отлично. И погнали. О, кстати, да, надо будет такой купол сделать. И погнали, ее укрепим сразу. Укрепим. Вот здесь бы я укрепил, конечно, но уже тут я понаставил шкафов. А, не, не шкафов, здесь... Здесь я почему-то, короче, не могу. Ладно, здесь у нас что, риф просто? На риф смотреть не будем, давай вот здесь укрепим. Чпок. А могу я, кстати, подставить под нее... О, я ж могу под нее подставить эту штуку просто. Давай я так и сделаю. Что на нее надо? Титан, свинец. Блин, свинца, правда, супер мало. Ну, давай подставим парочку хотя бы. У меня есть вообще свинец? Ага, у меня один свинец, да? А мне нужно два. Давай попробуем найти по-быстренькому еще один свинец. Кто ты? Медь, давай. Мы сейчас все в любом случае будем собирать. Нам все надо будет. Свинец, говнец, пипец, титан, говняна. Вообще все. Что, свинец? Свинец, отлично. Серебро тоже пригодится. Все надо. Все. Просто все. Я потом, наверное, за кадром ресурсов понахожу дофига, чтобы просто, ну, не, фиг, не страдать фигней. Плюс 2. Ну давай тут тоже поставим. Хотя здесь уже может и не надо будет. Хотя, не-не-не, самое то. Смотри, мы сделаем вот так. Сделаем вот так. И еще бы одну я вот тут поставил. Титаны, ну конечно, 2 свинца. Давай быстренько поищем 2 свинца. Сможем мы это быстро сделать, как думаешь? Я думаю, вряд ли. Свинец? Нет, титан. Так, два свинца, два свинца.
Два свинца, два свинца. Два свинца. Казалось бы, такая мелочь, а так найти. Вот начальные ресурсы, честно говоря... Ой, что-то я куда-то не туда поплыл. Не в тот двор. Начальные ресурсы сложнее всего найти, если честно. В Below Zero мне гораздо легче было найти в этой части. Всякие там алмазы, говнязы. Но у меня их настолько много, и они настолько особо не нужны, если честно. О, свинец, еще один давай. Вот это что, это свинец? Титан, это обман. Вот еще титан. Так, это мы берем. Это нам надо, это нам пригодится все. Так, кто видел свинец, признавайтесь. Я знаю, он где-то... Ага, попался. Свинец, серебро, медь. Нет, титан. Ну, тоже неплохо. А вот с той стороны, кстати, где я сейчас все это поставил, я сейчас поставлю солнечные панели. Ну так, чисто на всякий случай дополнительно, знаешь. Я вообще планирую на этой базе все постройки, что есть, сделать. Вообще все постройки, что есть в игре. Все постройки сделать. Так, мне еще для панели понадобится что? Кварц, да? Я думаю, 4. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Титана вроде хватает. А, подожди. Титана как-то маловато. Давай еще возьмем. Давай еще возьмем. Почему бы и да? Так, и вот здесь... Я делаю вот так и делаю вот так. Чпок. Сейчас, подожди, красивенько надо поставить. Вот тут вот давай. Чпок. 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 Хорошо. Плюс энергия. Плюс энергия. Плюс энергия. И, кстати, может быть, колбаску вот здесь надо было бы поставить, а? Давай попробуем. Сейчас ты поймешь, что я хочу. Давай колбаску вот здесь. А на нее мы ставим укрепленную панель с этой стороны именно. Что-нибудь еще такое уличное можно поставить, интересное? Люк давай, конечно же, здесь поставим. А вот с этой стороны, вот тут стекло, а вот здесь укрепленную. Сейчас ты поймешь, зачем. Тут укрепленную. А вот здесь стекло. Просто для красоты. Вот здесь можно будет грядки поставить. А здесь я даже не знаю, что. Вот что такое можно поставить. Теплостанцию нет, не надо. Светительную не надо. Грядку тоже особо не надо. Ну, естественно, вот такую штучку мы поставим в любом случае, еще одну. Потому что она просто должна тут быть. Тут укрепленные штуки. Здесь окошечко. На окошечко нам надо стеклышко. Одно, кажется, я надеюсь. Да, одно. Здесь будут грядочки. На грядочке нам нужно еще титана. Титана, ой, титана просто пипец. Надо будет на него сильно охотиться, на этот титан. Прям очень сильно. Так, давай, доделывайся. И, возможно, я бы поставил тогда, знаешь, вот такую штучку. В какую сторону она будет светить? Непонятно, но стекло еще надо. Давай возьмем стекло. Давай сразу грядочек парочку поставим. Давай даже вот так вот. Одну грядку. Ну и вторую. Да ну и третью давай, раз уж на то пошло. Вот так вот. Подожди. Сейчас, сейчас, надо, чтобы красивенько же было. Вот, три грядки. А что теперь это криво? Оп.
Ладно, примерно. Да, что я, зачем я это сделал? Примерно одинаково было. Пойдет, нормально. Раз, два, три. Все, грядки есть. Пока в них ничего, естественно, не посажено, но они есть. Самое главное. Так, а что мне надо было? Там стекло еще надо, да, на ту штуку? Отдайте стекло. В какую сторону будет светить? Я так и знал, что в ту сторону будет светить. Можно вот туда, пожалуйста? Вот так вот. Давай, оп. О, хорошо. Теплоэлектропроводчик. Просто так, для красоты. Золото, титан, не проблема. Просто, чтобы красивенько стоял. Не знаю, захотелось мне так. Просто хочу туда что-то поставить, но что-то в голову ничего не приходит. Поэтому поставлю. Угу, отлично, золота у меня нету. Ладно, проблема с ресурсами есть небольшая. Золото, титана, серебра, свинца. Это надо будет все потом сделать. Seek fluid intake. Пополните запас жидкости, солнышко, пополню, не переживай. Пусть тоже будет грядочка такая, освещенная грядочка. Слушай, ну все, с этой стороны уже годно. Уже как-то смотрится. Что будем внутри делать? Нам надо лестницу на второй этаж, как минимум. Где бы ее поставить-то? Здесь? Или здесь? Может, здесь? Ну да, оптимальнее всего, чтобы проход не занимать. А что надо на нее? Что хочешь? Титан? Титан кончается, да. Титан очень быстро кончается. Бокс. Так, о, здесь кайф. Здесь надо будет сделать свою комнату, как минимум. С хорошим видом куда-нибудь. Думаю, в ту сторону вид буду делать. Пум-пум-пум. Люк. Подожди. Давай, да, сделаем стекло. Без проблем. Последнее стеклышко, кстати. И с этой, и с той стороны окошко. О! Замечательно. Что-то даже видно. Надо будет там, знаешь, какую-нибудь площадку осветить, что ли. Ну, что-нибудь прикольное такое сделать. Так, что там стек эмалер... О, тут столько всего интересного. Я думаю, давай для начала свинец опять нужен. Комната управления. Стекло нужно. Ну, стекло, ладно, не проблема. Операторская. А вот что за операторская? Как она вообще выглядит? Как... Где бы ее как бы так поставить, эту операторскую? Она прям вот такая вот, да? Прям серьезная вещь какая-то. А если вот так? Ага, мешает, да? Это звуки. Ой. Операторская. Я бы просто поставил посмотреть, что она. Что это такое? Стекло и расширенный комплект проводов. Ой, надо поесть, попить, попить, поесть. А дайте, вот чуть повырастало. А-а-а. О. Vital signs stabilizing. Ну, не прям стабилайзинг, конечно. Но чувствую себя точно получше. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот это вот самая имбовая штука. Как вот эта штука называется? Как она называется? Лихорадочного перца. Самая офигенная штука. Так, ну и капусту дайте, я съем. Что, подожди? Не пускает меня туда, ну ладно. Дайте покюшать.
Вот и все. Так, ну что, или здесь все-таки сделать аквариум, а? Пока не знаю. Аквариум. Что нам надо на аквариум? Пять стекла, два титана. И здесь просто повысаживать именно здесь. Аквариум, знаешь, такой. Чисто с редкими, с рыбками. Да? Давай сделаем. Давай сделаем. Что там надо? Пять стекла и два титана. Сейчас сварганим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай сделаем что? Почему нет? И посадим туда тех рыбок, которые у нас уже есть. Так, 5 стекла, 2 титана. Не, подожди, не, ну, вот, ну, меня вот это так раздражает иногда. Спасибо. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Давай, давай, делайся, делайся. Персональная фабрика суши, вам решать. Так, давай сюда сделаем люк. Вот отсюда. Кварц, титан. Хорошо. Так, кварц. Кварц, титан. И где яички? Яйца. Так, давай вот эту заберем. Вот эту, вот эту. Вот эту, вот эту, вот эту. Всю. Пока всю. Так. В смысле минус прочности? Это вообще внутри стоит. Алло. Алло. Кстати, можно сажать растения, да? Так, а тут я выпускаю их, правильно? Или подожди, или как здесь? Или здесь вот так надо как-то, не знаю. Нет, просто выпускаю, да. Чпок, 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 чпок. Не сканируется, да? Потом скажут, чье это яйцо вообще и все такое. Так, сюда можно посадить ништяков. Давай посадим, у меня есть парочку. Хотя, думаю, еще успеем. Так, ну чё, ладно, ребят, на этом остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Я подготовлю для следующей серии кучу ресурсов огромную. И будем вместе с тобой строить дальше. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик. Вот это вот, все вот это вот, короче, делай. Оставляй комментарии, что нам вообще построить на базе, как ты хочешь, чтобы это было. А мы с тобой увидимся в следующей серии. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока!